Друзья, всем привет! Разработчики недавно поделились с нами планами на 2024 год. Не знаю, насколько суждено им сбыться, но работу они себе наметили грандиозную. Сегодня предлагаю вам посмотреть на эти планы. Первой же новостью нам сообщили, что планируют сделать разрушение окружающей среды. Если честно, я слабо себе представляю, как человек в PUBG возьмет топор и начнет рубить дерево, либо лопату и копать землю. Но если, наверное, только пожелает похоронить умершего тиммейта. Но тот взгляд разработчиков таков, что новые механики освежат игру и, возможно, принесут какой-то новый экспириенс. Тяжело с этим не согласиться, что-то новое нужно заносить постоянно. Пока что нам пообещали в следующем обновлении завести ящик механика. Второе, что нам пообещали, это изменение баланса оружия. Вроде баланс оружия в каждом обновлении меняется. Но теперь этот баланс прочувствовать вы сможете до начала обновления. Зайдя в аркадный режим, там как раз и ждет вас Эрангель. Если ты уже попробовал, то напиши в комментарии, каково оно. Также нам разработчики сообщили, что у нас будут появляться в игре новые механики, которые будут позволять нам передвигаться в игре. Думаю, скоро увидим, что у них из этого выйдет. Далее нам разработчики сообщают, что будут у нас в игре разные вариации. Не только королевской битвы, но и отдельные режимы, по принципу, который был у нас в Хэллоуин, возвратиться домой, позволяющие игрокам немножко отойти в сторону от королевской битвы, получить какой-то новый игровой опыт, находясь в той же игре. Также нам сообщили о коллаборациях предстоящих. Конкретики никакой, показали образы автомобиля, которые можно будет выиграть, как я понимаю, в пассе, ну и мотоцикл. Не знаю, как вы, но я не против двух пассов в год с транспортом. Далее нам сообщили о том, что в игру будут добавляться новые скины. Не знаю, кого они здесь удивили. Это было бы логично, что в прошлом году пас с черным рынком был довольно-таки успешным, и в этом году они его повторят. Также матчмейкинг затронули. Нам сказали, что будут анализировать данные игроков. Сопоставив эти данные, они смогут улучшить подбор. В интервью нам также сообщили, что изменят и ботов. Сейчас, по мнению разработчиков, боты являются легкой добычей для игроков и легко себя выдают. В общем, они будут стараться сделать ботов похожими на людей. Не обошли внимания и тестовый сервер. В этом году он запускаться не будет, но все нововведения будут тестироваться уже непосредственно в самой игре. Сообщили, что будут изменения в ранговых матчах. Добавится нам новая карта ронда в ранговый режим. Но для того, чтобы повысить желание играть, они добавят новые награды, на которые мы можем посмотреть уже в следующем сезоне. Изменят и клановую систему. В клановой системе появятся дополнительные миссии, которые будут призваны на то, чтобы сплотить коллектив клана. Будут как персональные миссии, созданные внутри клана, соответствующие, дающие тебе право на получение наград, так и индивидуальные. Наверное, главной новостью здесь станет переход игры на новую версию движка Unreal Engine 5. Ну а в целом это явление позитивное. Также сообщили, что будет изменен античит. В общем, играть станет проще. Будем на это надеяться. Такие планы разработчики нам рассказали на 2024 год. В целом интервью интересное. Если захочешь посмотреть полную версию данного видео, ищи официальный канал PUBG. Есть, кстати, и на русском языке. На этом видео будет заканчиваться, а я с вами буду прощаться. С вас, как всегда, лайк, подписка, комментарий. Всего доброго, друзья. До свидания.